Веревочку нельзя. Тут, видишь, комнатка такая. Комната красивая. Очень красиво тут. Я вам чуть ранее говорила, что Елабуг занимает выгодное географическое расположение. И поэтому каждый шестой приписывался к купеческой гильдии и занимался торговой деятельностью. Хочу сказать, что на 11 тысяч жителей у нас считалось 600 купцов, 12 из которых миллионеры. Это конец 19-го, начало 20-го столетия. Как вы думаете, вот эти миллионеры, на чем заработали миллионы? Чем они торговали? Это рояль. Рояль. Не трогаем руками ничего. Я не знаю, что это.